Менің ғайрамды бірісі, әне балашақта оған бақытында әдейін білен жерлаған ей Сары Садықының жерін бірінші махаббат әдегіз. Аны бір гәлі зал білен жерлік бірінші махаббат. Как я уже говорила, эту песню мы пели в детстве. Конечно, татарским языком было очень тяжело. И стала я его учить только когда начала петь татарские песни. Начинала я петь
Шаинским Владимиром Яковлевичем по телевидению, очень много выступал на Первом канале, и в одной из передач спела татарскую песню. Режиссер ко мне подошел, еврей, говорит, почему ты не поешь по-татарски? Я говорю, да как-то и язык не знаю, песен много знаю, потому что в детстве пели. И вот с его легкой руки я уже стала работать в Москонцерте в ансамбле «Хаял» с Аяром Хабибулиным, потом создала свою группу, и вот сегодня, наконец-то, я в Татарстане. Рахмет сизге! Зур рахмет сизге! Хушоби нагаки льявище, бизнесом лаганыще. А эту песню я хочу посвятить всем мамам, и написала я ее на слова Наримана Камалова, посвятила своей маме НК. Чего рад?